Так, друзья, всем привет. Сегодня у нас такой небольшой будет ролик. Короче, ездил я на рыбалку, поймал линя такого. Линь попался один. Он мне ни туда, ни сюда. Смысл за одной рыбки. Это самое, рыбу портить. У меня есть одно местечко, прудочек такой. Показывать не буду место, но суть не в этом. Здесь в этом пруду и карп водится. Я уже в это место запускал неоднократно линей. Вот. И продолжаю по возможности также зарыблять одно местечко. Потом в будущем самому здесь порыбачить, детям рыбачить. Здесь в данном водоеме уже линьки есть, маленькие. Человека видел, на удочку рыбачил, маленьких линьков ловил. Это уже о чем говорит? О том, что линь, как говорится, разводится. Крупных линей нет, но скоро будут. Так что такое у нас будет зарыбление. Так, сейчас мы благополучно линька отправим в водную. Давай, 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 оп. Все, не видно. Должен сейчас, знаю, появится где-то на горизонте, должен. Это под травой стоит. Ага, вот. О, вперед пошел. Ну все. Так, обрезал канистрочку. Пришли в машину. Хотел еще показать. Пришел мне манок на гуся. Попробовал, конечно, испытал, такая хрень. К нему еще два динамика идут. Да, я потом как-нибудь покажу. Made in China. Хрень полная. Так что, а в это ведерко сейчас рязки наберу уткам. Заеду на пруд. Так что. Ну что, рыбку запустили, доброе дело сделали. Разводим рыбу. Так что, друзья, такой небольшой ролик. Всем до новых встреч. Пока-пока.